И всем привет, народ. Это экстренное включение, так сказать. Я думал вообще снимать такой ролик, но выходит, что надо снять. Почему надо? Ну, просто я хочу рассказать об этом, поделиться с вами, с моими подписчиками. Короче, как вы поняли уже, я просто лежал, так листал такой ютубчик, такой тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что же мне посмотреть? Смотрю видео с такой вот превьюшкой и смотрю на просмотры. И на этом видеоролике 78 миллионов просмотров. Я такой думаю, ну бля, там, наверное, реально что-то интересное, прям пиздец как интересное. Реально. Ну-ка, сейчас посмотрим. Спустя 2 минуты просмотра этого ролика я просто такой, просто безысходность какая-то, блядь. Почему так происходит? Почему так много просмотров? Что с этим миром не так? Сейчас я покажу вам суть этого видеоролика. Вот я ставлю кусочек из этого видео. Я ставлю ссылку в описании на этот ролик, чтобы вы посмотрели полностью его. Основную суть я покажу вот. И что? Вы увидели что-нибудь такое, что просто разрывает вам мозг? Вы такие просто сидите и такие и думаете про себя. Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Вы думаете так про себя? Нет! И я тоже нет! А почему такой ролик примитивно легкий в исполнении, столько просмотров у него? Почему? Почему? То есть чел просто на отдыхе, у него GoPro тут висит, включает перед тем, как прокатиться на водной горочке, загружает на YouTube и 78 миллионов! 78 миллионов! Нормально, блядь? Это нормально? Это я не понимаю, блядь. Иногда, вот, я, кажется, повзросли, мне 23 годика, я с какими-то трудностями сталкиваюсь в своей жизни, и что-то прохожу, чему-то учусь, но я все равно не понимаю этой жизни. Ну почему? Почему? Я не знаю ответа, почему. Впрочем, на этой позитивной ноте мой ролик подходит к концу. И если тебе хоть как-то понравился, поставь большой палец вверх, подпишись на канал. И всем пока. 78 миллионов, блядь. 78 миллионов. Чел просто с горки скатывается, водный. От первого лица.